считать квартальным, то и традиция слово предоставления нашим гостям. ЦСКА поздравляю с выходом. Желаю удачи. Уже потом мы проиграли Питер в первом раунде, Питер выиграл кубок. Я надеюсь, что такая для противника веселая традиция для нас не очень, но пожелаю ЦСКА дойти до конца и поднять кубок. Что касается нас, то ребят хочу поблагодарить за сезон, за плей-офф, болельщиков, за поддержку. Это по большому счету, опять же, наш такой опыт. Хорошо, что мы сыграли с ЦСКА, хорошо, что мы реально получили много хорошего материала, понимаем, что и как нам надо делать в будущем. Я считаю, что это на данный момент сильнейшая команда. В моем понимании вопрос один, что это есть та команда, которую, если хочешь выиграть что-то серьезное, ее надо обыграть и понять, как это сделать. Поэтому это хорошо, что мы сыграли. Это у нас свой путь, мы будем разбирать, готовиться, чтобы на следующем году мы были лучше, сильнее и опять встретиться с этой командой. Что касается по игре или по серии, то, конечно, нам не хватило немножко силенок, свежести. Все-таки те ребята, которым приходилось играть каждый вечер, особенно в обороне, все-таки качество игры у нас, особенно среди защитников, конечно, упало очень сильно. В первую очередь, если еще нападение где-то смогла, скажем так, проявить неплохие качества, конечно, сзади нам было тяжеловато. Но это молодые ребята, которые стараются стать лучше каждый день. Это, опять же, наш путь. Я только могу их поблагодарить за характер, потому что никто не сдавался, все лупились. Так, всем спасибо, всем удачи. Петр, спасибо за...